Столько одинаковых людей в одном месте Уссурийск еще не видел. Фестиваль близнецов в зоопарке «Чудесный» собрал более полусотни братьев и сестер, среди которых несколько тройняшек и даже четверняшек. На самом деле это классно, очень круто. Вот. Ну, например, домашнюю работу, когда делаем вместе, иногда помогаем друг другу. Да и вообще весело друг с другом, и интересы одинаковые. Одинаковые интересы, одинаковые увлечения, одинаковые налицо. Все близнецы получили свою минуту славы на красной ковровой дорожке. В зоопарке «Чудесный» идея такого фестиваля возникла уже давно и неспроста. Дело в том, что у животных очень сильно распространено рождение близняшек, тройняшек, четверняшек и так далее. Собственно, это и стало поводом организации вот этого фестиваля. В этом году зверинец тоже прирос двойным и тройным пополнением. В животном мире многоплодное потомство – норма. У людей одинаковые дети – редкость. Это необычно и красиво, говорят многие. Но это еще и непросто, улыбаются сведущие. Ну, сложно, но есть помощники, во-первых. Во-вторых, я думаю, в принципе, сложнее только по времени на какие-то бытовые вопросы. А так они сейчас занимаются друг с другом, играют. В этом, конечно, плане проще, чем с одним ребенком. Сложность есть, например, когда у нас одна машина на двоих, мы деремся за машину, кто будет рулить. Или когда понравилась одному и та же девочка, и ты начинаешь ее делить между собой. Нет, мне понравилось, нет, моя, буду с ней там общаться, и начинается вот вражда вот эта. Все участники фестиваля получили призы и подарки от спонсоров. Победители инстаграм-голосования «Полет на воздушном шаре». Абсолютными лидерами по числу лайков стали братья Пироговы, которые, к слову, уже прославились на всю страну после участия в шоу Андрея Малахова. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.